Всем привет, друзья! В мире нестабильная обстановка. Все это будет продолжаться еще несколько месяцев, пока в Евросоюзе закупаются гречкой, тушенкой и рисом. Мы в своей эмиграции можем использовать это для своей выгоды, получать больше денег, найти лучшую профессию, открыть наилучший бизнес, зайти на рынок, как это сделали мы когда-то 15 лет назад в Швеции, на медицинский рынок, заняли Стокгольм, Гетеборг и так далее. Наилучшая тенденция, наилучшие вакансии. Европейцы боятся, они в страхе. Прямо вчера приехала Оксана из Польши и говорит, что сейчас плюс 200 вакансий. Таких, которых там 2-3 месяца назад и не было, с высокой зарплатой. Сейчас можно спокойно зайти на рынок труда и занять достойную позицию. Второй момент, то, что мы зарабатываем с вами в евро, в долларах, в шведских кронах. Курс рубля и национальной валюты падает. Мы становимся богаче. Например, рубль был 62 рубля, сегодня он уже 73 рубля и будет, наверное, 80. Мы могли покупать на 1 евро, допустим, там определенное количество продуктов в наших странах. Теперь это будет там в полтора раза больше. И это очень здорово, потому что мы все работаем за границей в период, когда все боятся коронавируса. Лучше всего быть в нормальной стране, где нормальная цивилизованная медицина, где вам помогут, подскажут и расскажут. Не говоря о нашей медицине, где мы не получаем должного медицинского обслуживания, уважения со стороны медиков. Достаточно посмотреть видео Алексея Навального, где провели просто расследование, как выявляют коронавирус в Москве. Это богатая страна, это не где-то там, это в провинции, это в Москве, в столице Российской Федерации. То есть никто ничего не знает, количество заболевших растет, и к чему это приведет, ну, непонятно. Да, кстати, у нас сейчас тренировка. Итак, друзья, золотое правило любого кризиса – трезво оценивать ситуацию. СМИ сейчас нагнетает. Очень много негатива, негативная информация в интернете, по телевидению. Ваша задача – видеть только плюсы, трезво оценивать все, что вам дают, и используя для себя, для своих близких, реализовываться, достигая своих целей. Удачи вам в эмиграции, всем всего доброго, пока!